Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы говорим о ситуации на финансовых рынках. Тема сегодняшнего эфира э, мы обсуждаем российский фондовый и, э, рынок и, в частности, задаемся вопросом, будет ли сломлен когда-нибудь нисходящий тренд. Вот об этом мы поговорим. Ну и не только об этом, как всегда. Представляю моих гостей Валерий Евдокимов в студии Сухого Остатка, главный аналитик Нордеа Банка. Добрый день, Валерий. Здравствуйте. И в студии Сухого Остатка Олег Подымников, начальник управления инвестиционных операций АКБ Ланта Банк. Добрый день, Олег. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 65 10 99 код Москвы 495. Также есть сайт компании финам.фм. Все это вам может понадобиться для того, чтобы задать свой вопрос моим сегодняшним гостям, либо поделиться собственным мнением по поводу происходящих событий. Ну и начиная эфир 15.05 в Москве, давайте посмотрим, что в моменте происходит на финансовых рынках. Итак, закрытие американских площадок вчера позитивно, половина процента прибавил Dow Jones, столько же S&P 500 и чуть скромнее был индекс высоких технологий, индекс NASDAQ, одну десятую процента, но в плюсе закрыл этот индикатор. Азиатская сессия продолжила позитив, Американских площадок Никей прибавил 2,5%, Шахай Композит чуть скромнее процента. Европа сегодня в лице британского индекса FTSE 100 выглядит тоже оптимистично и в плюсе на 70%. Этот индикатор, ну и наши ребята также пытаются идти в тренде, по крайней мере, у РТС это получается, индекс РТС прибавляет. 4 десятых процента 1283. Текущая его котировка. Индекс Ммвб чуть скромнее, в минусе на 0,3%, десятых процента 1344. А рубль сегодня корректируется, растет против доллара. В моменте также он да, ходил ниже. Сейчас посмотрю, кстати, на споте, сколько он котируется сейчас? Ниже 33 рублей за доллар. 32,98. Вот сейчас дневной минимум был как раз 32,90. Далее смотрим на сырье и на Форекс. Сырьевые рынки ну, в лице э, основного сырья нефти э, выглядят э, тоже убедительно. 106.45, бочка Брента, 102.83 доллара, э, бочка Light Sweet. Вот. Ну и по поводу спреев мы тоже уже несколько раз говорили, а он э, сейчас минимален, да, почти 3 доллара. Далее золото отскочило после вчерашнего падения, 1245 за унцию. Евро-доллар нашел-таки поддержку, ну, по крайней мере, так это сейчас выглядит. Выше 28 фигура 1, 28.64 его текущая котировка. И набор голубых фишек сегодня в основном отрицательный, но выглядит, по крайней мере, сейчас Среди тем не менее лидеров роста: рост больше процента, Росгидро 1,3 процента и Сургутнефтегаз больше процента. Все остальные скромно, но в минусе: ВТБ теряет 0,8, Сбербанк 70%, а, Газпром 9 тысячных. <смешная>, Смешная цифра. Ну, Газпром практически да в нулевых отметках, АВТОВАЗ полпроцента в минусе. Ну что ж, вот такова э, картина масла. Давайте начнем нашу беседу. И если не возражаете, Валер, если не возражаешь, вот э, насколько корректно, да? Э, нисходящий тренд сейчас на российском рынке. Да, это правильно. Да, совершенно верно. Ну, да. Вот. Если брать среднесрочный это mm -hmm. предел в масштабах нескольких недель, масштабах uh -huh. последних месяцев, то действительно так. Нисходящий. Ну и. Если говорить о неких перспективах, отдаленных ли, может, не очень отдаленных, есть вообще надежда, что мы развернемся и, наконец-то, пойдем вверх активно? Ну, надежда всегда есть. В первую очередь, проблема связана, конечно, на нашем рынке проблема снижения вот этого связана, в первую очередь, с тем, что и сама экономика Показывает довольно слабые результаты, соответственно, и ведущие компании. Если посмотреть на последнюю отчетность, ну, будем говорить так, она не радует. Uh -huh. То есть фундаментально вот это снижение рынка, российского рынка за последний месяц оно вполне оправдано. Вопрос заключается в том, когда повернется экономика и как она повернется. Uh -huh. Здесь есть внешние факторы. Это, в первую очередь, Европа как крупнейший внешнеторговый партнер России. Вот Марио Драги, по крайней мере, он и до этого несколько раз повторял оценки Европейского центрального банка и э, руководителей Еврокомиссии тоже. И вчера Марио Драги повторял о том, что они надеются, что вторая половина года э, европейской экономики окажется позитивной. То есть начнется рост, пусть небольшой, пусть медленный, но рост. И есть надежда, что э, европейская экономика тоже каким-то образом поспособствует. Э, uh -huh российской экономики плюс надо добавить еще и внутренние меры которые сейчас наше правительство в главе с президентом довольно активно ищет вы знаете вот последние экономические совещания были uh -huh. связаны с тем чтобы найти ну будем говорить такие такой набор мер который бы помог действительно завести мотор экономики предпринимаются разные проекты я не буду сейчас на них подробно останавливаться uh -huh. Вот. и в частности, вот самое последнее совещание было по банковскому сектору в пятницу. Путин проводил, Связано с тем, чтобы постараться снизить стоимость кредитования реальной экономики. Угу. И вот предложение, Улюкаев сказал, предложение по этому поводу должны быть готовы в течение этой недели, ну по крайней мере, это он так сказал, и можно надеяться, что это будет сделано. Какая-то информация уже просачивается, что там будут делать. Но подождем. Подождем. Ну... Да, то есть надежда есть. Угу. Если говорить опять о предложениях в рамках банковского сектора, ждать недолго, да, если в течение да. недели действительно. Ну, надо понимать, что если экономика повернется, это отразится, соответственно, в более лучших показателях, финансовых показателях компаний. То есть бизнес показатели бизнеса улучшатся, финансовые показатели улучшатся, угу. и, соответственно, появится фундаментальная основа для разворота для разворота, да, для покупок наконец-то. Олег, как ты смотришь на российский рынок? Собственно, движение вниз да, очевидно, в тренде, в тенденции оснований для разворота, ну, вот, исключение того, о чем Валерий сейчас говорил, может быть и нет. Безусловно, рынок в нисходящем тренде, 18% РТС с начала года в минусе, там с полтора года, за полтора года это порядка уже 25% мы падаем. В данный момент технически рынок э, в довольно нам, как бы ин интересном в довольно интересное место подошел угу. потому что мы э, как бы у сильно э, у сильной линии поддержки 1200 примерно плюс-минус э, да да да, да, да угу. долгосрочная поддержка ПРТС в принципе тоже угу. э, Вопрос, что такие фигуры обычно технические, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что она пойдет вниз. Угу. Нередко пробивали и вверх, и в том числе и ложно, поэтому сейчас дело, наверное, будет решаться в течение там, нескольких недель, может быть, месяца. Угу. Для этого, как верно сказал мой коллега, должны быть определенные фундаментальные факторы, и первые там, из них, которые мы... Ожидаем это завтра минутки ФРС. Uh -huh. вот. Бернан, как обычно, как бы витиевато определит. Планы на, на будущее Федерального резерва, uh -huh. вот, не исключено довольно сильное движение, если там завеса будет при, приподнята больше, чем обычно. Uh -huh. А может такое быть? Все-таки завтрашние события это всего лишь протоколы, то есть это как бы за, за, записки того уже, что состоялось. Да? да, совершенно верно, но именно вот в протоколах обычно публикуют э, э, те нюансы, на которые реагирует рынок, потому uh -huh. что после объявления обычно это все как бы в более краткой версии. Uh -huh. А нюансы какие там в протоколах? Во-первых, мнение практически всех членов ФРС, да, которые имеют право голосования, uh -huh. а также и тех, которые не имеют, да, то есть совещать некий голос, uh -huh. да. То есть по соотношению людей, которые там, грубо за продолжение uh -huh. смягчения и против, уже можно делать какие-то прогнозы, потому что там Бен Бернянко, безусловно, будет прислушиваться к, к настрою там, всех so, членов чувства, ФРС, да? конечно. Uh -huh. Uh -huh. Я понял. Хорошо. Ну, и э, если все-таки вернуться к американской действительности, вот начавшийся сезон отчетности в, этом, в этой ситуации может тоже драйвером каким-то ну, быть. И для, для Америки, естественно, да, но и для России мы сейчас все-таки ищем возможности для разворота. Алко отчиталось вчера, отчиталось довольно плохо. Убыточный, убыточный квартал 119 миллионов убытка против там почти 150 миллионов прибыли за прошлый квартал. Рынок не успел среагировать вчера. Думаю, определенная коррекция нас все же на, на индексе SP ожидает. Сегодня я думаю, что Сегодня. да. То есть какая-то реакция там должна быть. Потому что, как известно, Алко, там, по мнению многих, определяет вообще, каким будет сезон отчетности. Не, вот. не случайно на первый, да, как правило? Да, 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 безусловно, вот в пятницу нас ожидают отчеты. JP Morgan Bank и uh -huh. Wells Fargo, тоже да, ну, о о очень важная статистика, потому что она тоже определяет во многом весь банковский сектор. So, yeah. вот, соответственно, неделя довольно насыщенная, э, и рынок, как, э, как, uh -huh. как я говорил, может качнуться как вверх, так и вниз, э, но э, если порассуждать э, немного, немного шире, то uh -huh. предположить, что э, нас ждет, допустим, сильное движение вниз то, как известно, некоторые крупные игроки предпочитают до этого вынести стопы, uh -huh. сыграть на опережение uh -huh. вверх, да, и этому может помочь приток капитала за неделю. Я понял, Олег, спасибо. Более детально мы поговорим после новостей. Итак, друзья, продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Валерий Евдокимов, главный аналитик Норда и Банка и Олег Поддымников, начальник управления инвестиционных операций АКБ «Ланта-Банк». Мы говорим о текущей ситуации на финансовых рынках и с надеждой, Вопрошаю я, по крайней мере, озвучиваю да, эту надежду в э, плане поиска оснований для разворота, наконец-то, российского рынка. Э, с точки зрения техники, Олег, вот, в частности, продемонстрировал знания и техники, да, упомянул то, что индекс и один, и другой стоят рядом с поддержками, такими достаточно, достаточно солидными, достаточно сильными. Но ничего не бывает, как вы понимаете. Бывают и поддержки пробиваются. Продолжим нашу беседу. Я еще раз напомню, телефон студии 65-10-99 6510996, код Москвы 495 и сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Что ж, если можно, уважаемые коллеги, чуть более подробно о сезоне отчетности, Валер. Действительно, вчера отчитался алюминиевый гигант, ну и отчет так себе. Ну, как минимум, хуже ожиданий, что... Само по себе уже, конечно, разочаровывает. Поддержит нас Америка? Ну, oh. На самом деле с ЛК ситуация не такая уж печальная. Дело в том, что убытки были получены за счет списания определенных сумм, разовых сумм, связанных с, с реструктуризацией uh -huh. бизнеса. Имеется в виду, что ЛК освобождалась от, от, от а, неприбыльных активов, отчасти неприбыльных активов. А, а если вот этот разовый фактор убрать, то там получалась прибыль даже, в общем-то, и чуть повыше, чем ожидали. Uh -huh. То есть... А, — отчет, Технический отчет, фактор такой, да, повлиял? — Отчет, можно сказать, ну, Бухгалтерии, да, такой двойственный, uh -huh. то есть нельзя однозначно трактовать хороший или плохой. Uh -huh. Вообще, я считаю, что более важный, конечно, будет отчет JP Morgan в пятницу, uh -huh. потому что за счет банковского сектора, финансового, вернее, сектора, вот в это, за этот квартал, за второй квартал ожидается, что банковский сектор внесет наибольшую, долю э, в общий рост uh -huh. э, прибыли компании из индекса S&P 500. А uh, есть основания, да, думать именно так, что банк, банки во втором квартале действительно там... Есть основания, хорошо, да, есть основания. Да. Но американская экономика, вы уже знаете, недаром, если Бен Бернанке э, стал намекать и говорить о возможностях э, э, снижения программы qv 3 то uh -huh. значит, в общем-то, дела идут не совсем плохо. Вот, а раз неплохо, то, не совсем плохо, то, значит, банки тоже должны это ощущать, так или иначе, в своем бизнесе. Uh -huh. а, ну, вот в отношении вообще в целом, если всю картину посмотреть, второй квартал а, может оказаться довольно коварным для инвесторов американские uh -huh. с точки зрения вот, отчетности американских компаний. Смотрите статистика. Первый квартал а, темпы роста прибыли компаний из индекса S&P 500 по факту составили около 3%. На второй квартал оценки от 0,7% до 2,5%, примерно с половиной, то есть это ниже. А как правило, рынки они, корреляция вот с такими э, движениями, она наблюдается на рынках в целом. А вот э, дальше начинается интересная вещь. На третий квартал ожидают рост 5,5%, а на четвертый э, чуть ли не 11,5%. Да Поэтому, если даже компании сейчас будут отчитываться слабо, uh -huh. но они подтвердят ожидания третьего-четвертого квартала, то можно действительно ожидать, что на американском рынке начнется новая волна роста. Uh -huh. Ну, я не берусь сказать, что это произойдет в июле, может быть, даже не в августе, потому что пора отпусков. Uh -huh. Может быть, ближе к концу лета, начиная с сентября. Такое вполне возможно. Если же подтверждения вот этого не будет, то, наверное, я думаю, что там, возможно... Коррекции еще, наверное, процентов на 10. То есть та самая, то есть, которая, это, да, о которой мы говорили. Да, я думаю, что времени. в этом случае S&P может э, дойти где-то до уровня порядка 1500. Вполне возможно. А раз так, то э, наш рынок, если брать э, последнюю вот динамику, он больше чувствительный. Больше чувствительны к негативным новостям, да, да. поэтому, если на американском рынке начнется такое негативное движение, то мы свое получим полностью. Uh -huh, uh -huh. Тут можно не сомневаться. Если там будет лучше, то тут трудно сказать. Может быть, мы отреагируем на это сразу, может быть, позже. Я думаю, что, скорее всего, позже. Ну да, чуть позже, когда опять интерес да, к развивающийся рынку возникнет. Сейчас у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, Андрей, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день, Олег и уважаемые гости. У меня вопрос по электроэнергетике. Uh -huh. Вот очень как-то хочется присматриваться к ФСК годика на три не меньше. Uh -huh. Вот очень хочется, ну по 10 копеек это вкусная цена. Ну то есть Запрос... причина только в этом, да? Очень хочется, потому что очень дешево. Да, я причем буду позиции формировать года на три, не меньше. Uh -huh, uh -huh. Я прекрасно просто понимаю, что я хочу. У меня вопрос к гостям. А, номер один. Э, какие ваши видения гостей на ФСК перспективы uh -huh. три года и РусГидро Увидим по 40 копеек или нет? Uh -huh. Спасибо, Андрей, спасибо за вопрос. Ответим? Ну, изначально, вот, да, наш слушатель интересуется электроэнергетикой, а правда, сейчас, ну, помимо того, что дешево, ФСК его интересует. Ну, я могу прокомментировать, я mm -hmm. думаю, что, во-первых, горизонт выбран достаточно правильно, я mm -hmm. думаю, можно даже и побольше горизонт взять. Проблема заключается в том, что вся электроэнергетика и генерация, и сети, это не секрет, это известно, они нуждаются в большом обновлении основных фондов. Это огромная программа, огромные затраты. Соответственно, это будет э, негативно влиять на свободный денежный поток компаний на годы вперед. На годы, да. Поэтому я в отношении трех лет, даже и затрудняюсь сказать, может быть, этого и не хватит. Uh -huh. Возможно, нужно будет побольше горизонт делать лет пять, а может быть, и даже еще больше. Uh -huh. Uh -huh. А будут ли достигнуты те или иные ценовые уровни? Опять же, из-за того, что удастся привлечь инвестиции для обновления основных фондов или нет. И как удастся это сделать. Будет зависеть все вот эти детали от этого движения вверх. Сейчас очень сложно прогнозировать. Я понял. Олег, что ты по поводу электроэнергетики скажешь? А, ну, безусловно, электроэнергетика сейчас не, не в фаворе у инвесторов. Да. На, наряду там, с черной металлургией. Русгидро, например, там, практически в лидерах снижения 30% там, с начала года акции угу. падают, и за, за пол, полуторагодовой период это, это почти порядка процентов потери стоимости вот для этого есть безусловно основания как бы и тарифная политика правительства и основные фонды как сказал мой коллега говорить о том что удастся ли за, за три года заработать на этих акциях в данный момент как вы правильно заметили при применяя лишь аргумент что это только дешево ну, опять же, чистое везение, наверное, да. да. Может вырастет, может упадет еще сильнее, да, потому что все-таки нужно смотреть ä, ä, фундаментал ä, компании, следить за новостями, потому что если как бы будут подвижки в тарифной политике, в отношении государства к и инвесторам в эти компании возможны изменения и, и, и очень быстро. Если этого не будет, может ситуация повториться, как вот то, то что сейчас происходит с Газпромом. Все понимают, что он очень дешев, но, но он идет и идет его, ниже. Да. Я понял. Хорошо, спасибо. Ну и, может быть, действительно стоит согласиться с Валерием, да, если и Аргумент этот принимать для того, чтобы покупать, потому что действительно очень дешево. Ну, может быть, да, таргеты за три года не нарисуют, да, потому что действительно вот все, что должно произойти с этими компаниями и в целом с электроэнергетикой, это вещи ни одного дня и ни одного года наверняка. И дай бог, конечно, чтобы это все двигалось вперед. Спасибо огромное за ответ. Если все же еще несколько слов о российском рынке, вот с этой точки зрения очень дешево, но Перспектив больше для того, чтобы в ближайшие 2-3 года все-таки отросло. Валерий, что можно назвать? То есть электроэнергетика понятна, структурные проблемы и прочее, да, а вот, так сказать, более. более ну, компании, ведущие компании нашего рынка, те, которые, собственно, определяют этот рынок: нефтегазовый сектор, металлургия в первую очередь. Это компании, по крайней мере, металлургия циклические, будет экономический цикл на да. рост. Значит, соответственно, можно от, расти. от металлургии ждать вот этих вот от акций металлургии ждать соответственно, роста. Значит, В отношении нефтянки тут уже сложно говорить, потому что даже при в общем -то, высокой цене на нефть наши компании показывают пока довольно скромные результаты нефтяные. Я думаю, что банки. В первую очередь для российского рынка это два Сбербанка, ВТБ. Банки участвуют везде. Если цикл будет на рост, соответственно, будет спрос на финансовые ресурсы, на заемные финансовые ресурсы в первую очередь. И, соответственно, банки участвуют во всех отраслях. Uh -huh. Это универсальный некий инструмент. Uh -huh. Поэтому и Сбербанк, и ВТБ это почувствуют. Это почувств... А кто из них лучше или хуже немножко, uh -huh. это будет зависеть уже от конкретной ситуации. Но в целом, я думаю, и тот, и другой выиграют. Да, да, наверняка. Единственное, что опять, если вернуться к тому, что ВТБ сейчас торгуется на одних уровнях, Сбербанк, да, на других уровнях, вот эти уровни сейчас интересны для покупки вот именно сейчас. Сбербанк я, бы, Сбербанк я бы подождал. Я думаю, что все-таки там может быть коррекция до уровня примерно может быть 85, uh -huh. а я и не исключаю даже и 75 рублей вполне возможно. ВТБ, ну, для инвесторов долгосрочных, можно уже, собственно говоря, брать сейчас. У нас один слушатель несколько дней назад звонил и говорит: можно ли надеяться, что Сбербанк будет стоить, до, как до кризиса 2008 года? Вот оттуда бы купить, да? Но сейчас, к сожалению, вряд ли, наверное, да? можно ждать подобных цифр. Олег, спасибо, Валер. Олег, что бы ты порекомендовал из бумаг, которые могут все-таки так больше порадовать инвесторов в какой-то среднесрочной перспективе? Год, два, три. А... Суть в том, что э, российский рынок, э, это ры рынок фактически, э, все, все бумаги действуют как единое целое, по большому счету, да, то есть э, нет э, каких-то отдельных идей, которые там время от времени э, там, вы выстреливают. Олег, на... смотри, их в принципе нет или сейчас их нет? Вот, э, хороший вопрос. Uh -huh. Их в данный момент нет, потому что негативное отношение к российскому рынку в целом. В целом. Вот. А, есть определенные бумаги, которые торгуются лучше, есть, которые хуже. Например, там фактически из голубых фишек, которые сейчас плюс всего две. Это МТС угу. с 7% там рост с начала года и Аэрофлот, как ни странно, там порядка 22%. Ну вот, если говорить о таких как бы идеях, да, то можно сказать, что эти бумаги идут против тренда, да. Угу. Как бы остальные все практически в минусе, и ми минус этот у некоторых просто там э очень сильный, там «Северсталь» 41%, да. Э для того, чтобы что-то искать, безусловно, можно там анализировать сейчас э каждую компанию, смотреть, что, -э что, что лучше, что хуже, но uh -huh. лучше сейчас дождаться разворота рынка всего. В целом. Конечно, да, чтобы… Тогда практически можно покупать там, первые там, 5-8 голубых фишек и сделать диверсифицированный портфель, и так или иначе, при растущем тренде вы будете в плюсе. То есть в этом случае не да, сильно заморачиваться какой-то отраслевой динамикой. В данный случая, момент есть... я бы я бы не стал uh -huh. как бы, делать упор на какие-то отдельные идеи. Я понял. А потребительский сектор, Валера, может быть интересен? Ну, опять а он уже интересен, шифры, потребительский да, сектор, да. если брать магнит, он да, интересен да, да. одному американскому фонду, я недавно читал, uh -huh. Wall Street Journal". Uh -huh. uh, это фонд, который как раз смотрит на развивающиеся рынки, и в первую очередь инвестирует в потребительский сектор. Вот он выбрал магнит. Несмотря и -то... на то, да, что да, он да. сейчас стоит, мама ну, не говорю, Нет, да? но ну, он колеблется вокруг uh -huh. своей вершины, поколеблется, потом опять двигается вверх. Uh -huh. И вот за последнее время Дикси присоединилась к этому движению вверх. Есть ОК okay еще, торговая сеть. Она, правда, в Лондоне торгуется. Но там тоже неплохо. Может быть, она чудес не показывает, но тоже неплохо. Единственное отстающее — это X5. Uh -huh. Но ну, там свои причины как бы есть. Как так как что вот если брать туда вот, э, розничные торговые сети, продовольственные в первую очередь... Ну это... и то, что инвестор иностранный заинтересовался, это может быть тоже какой-то да, поддержкой, по крайней мере, для... Ну, дело в том, что, инвестора. конечно, магнит, он... У него просто действительно увеличились сейчас обороты в последнее время, uh -huh. но он не, не сильно определяет лицо нашего рынка. Uh -huh. Это как бы второй эшелон такой. Хороший второй эшелон. Спасибо. Сейчас новости на Финам.ФМ. Потом потом... Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финал ФМ. Сегодня, как всегда, в это время мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, ну и говорим о возможных событиях ближайшего, среднего и долгосрочного периода. Ну, оптимистичные в основном да, разговоры вокруг долгосрочного периода. Рано или поздно, конечно, да, все будет хорошо. А, я представлю еще раз своих гостей. Сегодня в студии Сухого Остатка Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордая Банка и Олег Поддывников, начальник управления инвестиционных операций АКБ Ланта Банк. Телефон студии 65 10 99 код Москвы 495 и сайт компании finam.fm. Ну что ж, в поиске идей, да, текущих идей на российском рынке мы, собственно, ситуацию обсудили. Вот. Хотелось бы теперь ваших комментариев услышать, уважаемые гости, по поводу ситуации в нефтяных котировках, да, ситуации с сырьем достаточно высоко держатся оба сорта нефти. В чем причина, и, собственно, какие-то ожидания по этому поводу, Валер. Ну, в отношении нефти могу сказать, если вкратце посмотреть на техническую картину, последний такой серьезный пик после ну, явно выраженного роста долгосрочного и среднесрочного был весной 2011 года, то есть практически два года назад. С тех пор мы колеблемся вокруг отметки примерно ну, предполагаемой линии осевой, в 110 долларов, где-то выше, где-то ниже, в зависимости от событий, которые происходят в мире. Ну, сейчас мы тоже подошли в очередной раз к этой отметке достаточно близко. Ну, по крайней мере, вот мои коллеги в банке, которые занимаются аналитикой товарных рынков, в частности нефти, они мне высказали мнение, что все-таки видят до конца года примерно уровень плавное повышение цены на нефть где-то до уровня 110 долларов. То угу. есть чудес никаких не будет, судя угу. по всему. Угу. Что касается спреда, ну вот у меня, например, личное мнение в отношении спреда есть. Значит, когда спред был достаточно большой, если вспомнить несколько лет назад, угу. посмотрите, что было в Америке, были серьезные экономические проблемы, экономика тормозила, в то время как в Европе Несмотря на начинающийся долговой кризис, все-таки она еще двигалась вверх. Европа это бренд, а Америка VTI. Uh -huh. Соответственно, там цена на ней поменьше, из-за экономики в Европе чуть побольше. Сейчас ситуация наоборот. Uh -huh. Поэтому VTI немножко подорожал вот, в этом случае, а цена на бренд, она вот как бы есть никуда не развивается. Э э э ситуация в Америке, да? Э э поддерживает, экономика, поддерживает. да, экономика, uh -huh. да. Чем быстрее экономика, если экономика растет, тем да, да. быстрее она растет, тем больше спрос на соответствующие ресурсы, в том числе и на нефть. Я понял. Я понял. Спасибо, Валер, Олег. По поводу перспектив бренда, прежде всего, да, все-таки он ближе к нашей нашей марке под названием Euros. Вот что держит сейчас ее на достаточно высоком уровне и собственно, что, что может а, дальше ну, произойти? С, судя по тому, что а, при росте курса доллара нефть также растет, а, можно предположить, что а, причинами этому являются некие фундаментальные факторы, внешние в первую очередь, uh -huh. да, в числе которых можно назвать, там, безусловно, ситуацию в Египте, потому что не, нестабильность, время, в, в, временный президент. Впереди выборы, как эти выборы пройдут, никто не знает. Могут быть э, народные волнения, продолжаться и далее. Uh -huh. Вот это, это, это первое, да, что влияет и что, в принципе, позволило нефти удержаться в, в, выше 100 долларов, да, в последнее время. Uh -huh. Второе, более там фундаментальное, это то, что сезон отпусков в США, спрос на на горючее. Э, Впереди э, сезон ураганов, возможно, какие-то там э, э, перебои в Мексиканском заливе э, с, с добычей. Э, это сейчас поддерживает об, определенным образом э, ситуацию, uh -huh. вот. Поэтому в целом, на, наверное, да, скорее там в ближайшие недели, месяц э, продолжится колебания там. 100-110, я думаю, что в этих пределах. Угу. Вот другое дело, что на российский рынок это пока не очень влияет. Вот да? тоже интересно. Видите, есть еще мнение такое, что проблемы на ближнем востоке заставят Европу опять посмотреть на российскую нефть, да, ну, потому что возможно там какие-то перебои с поставками и так далее и тому подобное. И одно это ожидание уже, наверное, каким-то образом должно складываться, не сказывается пока, Валер, почему? Ну, в первую очередь, экономика, опять же, Европа находится на грани рецессии. Uh -huh. Если они уже не в рецессии, ждут все-таки этого разворота, будет разворот в сторону роста, тогда пригодится и ближневосточная нефть, и российская и нефть. И какая угодно, Вся, да. Какая угодно, конечно. Uh -huh. Uh -huh. Я понял. Хорошо. А если э, говорить все же о динамике рубля, э, вот в связи с тем, что относительно высокие цены на нефть, сейчас мы видим укрепление, как я уже сказал, сегодня, точнее, мы видим укрепление после недавних, таких достаточно серьезных, да, Локальных максимумов по паре доллар-рубль. насколько Олег, насколько серьезно это укрепление, на твой взгляд? Ну, то есть, куда может прийти доллар-рубль ниже 32, ниже 31, или все это опять локально? На э, российском валютном рынке образовалась очень интересная ситуация. Uh -huh. да? Впервые, можно сказать, там, за очень долгий период столкнулись интересы там, Минфина и Центрального банка России. Минфин, как бы, как сказал Силуанов, обещал, обещает, в принципе, uh -huh. планирует выйти на, на валютный рынок с интервенциями в виде покупок валюты uh -huh. для пополнения, соответственно, фонда. Uh -huh. Ранее это происходило раз в год, по их мнению, это вызывало некий дисбаланс. Сейчас это будет происходить постоянно, и причем будет происходить на рынке, а не напрямую у ЦБ РФ, как было это ранее. Uh -huh объемы будут по 40-50 миллионов а, а, единовременно а, с, а, скупок. Да, ну там в начале там сказали, будет процентов 10-15 от этого. Извини, пожалуйста, а постоянно это что значит? Вот раньше это раз в год происходило, а постоянно ежемесячно вот. будет, ежеквартально? Вот, да, хороший вопрос, uh -huh. потому что он как бы будет, я так понимаю, определяться от конъюнктуры. Uh -huh. у, у Минфина есть некий, некий объем, соответственно, в принципе, общих интервенций. Допустим, это будет, по-моему, 149 миллиардов, да, то есть они его будут uh, разбивать на некие uh, там торговые сессии, да, uh -huh. и как-то варьировать, как, как это я понимаю, uh -huh. вот. Uh, соответственно, что, что мы видим со стороны ЦБ? Мы видим продолжение интервенции по поддержке рубля, да, то есть вчера 6 миллиардов uh, рублей, ну, в эквиваленте валюты было пройдено, продано, uh, за день до этого на 12 миллиардов, то есть Такое некое столкновение интересов, но и, и напрашивается вопрос, uh -huh. к чему это приведет. Yeah. Да? А, на наш взгляд а, ситуация а, следующая. Да? А, Минфин, соответственно, выполняет поручение правительства да, по поддержке российской экономики. Uh -huh. а, и раз ЦБ не пошел на снижение ставки, Минфин, я так понимаю, нашел выход в ослаблении курса рубля и таким образом поддержать российский товар, в частности, uh -huh, да? Uh -huh. Если судить с этой точки зрения, то позиция Минфина, она как бы сейчас актуальнее. Да? И uh, если придется... То есть, и... то есть Минфин больше ратует за российскую экономику, нежели uh, ЦБ, ну, получается? Я, я бы сказал просто, сейчас это uh, uh -huh. проблема острее, как бы... Uh -huh. и, uh, у нее больше сторонников, наверное. Позиция да. Минфина сильнее по этому да. поводу. И, да, и, соответственно, если был объявлен горизонт, вот, соответственно, сегодня прошли сообщения, что а, с первого, не с 1 августа будет, а на конец августа, uh -huh. передвину начало, то можно ожидать, что, например, 3-4 а, а, квартал а, мы можем увидеть дальнейшее ослабление курса рубля. Uh -huh. Ну, возможно, я, я могу предположить, что а, коридор, этого ослабления и там примерно диапазон движения курса рубля будет примерно, uh -huh. например, 33,5 uh -huh. до 34,5, это самый оптимистичный прогноз, да, что, что будет, да, uh -huh. если, опять же, политика это получит поддержку на, на всех уровнях и как бы изменений не будет. Если можно вот прокомментирую еще свою фразу, что это столкнулись интересы Минфина и центрального банка. Центральный банк сдерживает, да, ослабление рубля, проводя валютные интервенции, а Минфин в данной ситуации будет да, скупать валюту, ну, да, и, да, да. как бы в другую сторону. И может такая ситуация вот в буквальном смысле, да, ситуация будет выглядеть таким образом, что Минфин покупает у центрального банка валюту, центральный банк Минфину продает эту валюту. Теоретически они, безусловно, могут быть одновременно на рынке. То есть это они как контрагенты, да, получается, да. выступают. Но практически, Забавно это. Да, практически, конечно, я думаю, что им придется все равно выработать какую-то совместную политику, валютную, нет, да, нет, и нет. как бы там определить некие там вза взаимные, как бы, периоды, что ли, да, угу. действий. Поэтому однозначно это все-таки будут согласованные действия, потому что там в ЦБРФ пришел новый глава. Пришел он как раз из экономического блока правительства. Но uh -huh. он эти как бы проблемы понимает, они ему uh -huh. близки. Соответственно, я думаю, что консенсус какой-то у них будет. Ну да, то есть, при господине Игнатьеве, все-таки да, конфликт интересов был бы острее. А Конечно, сейчас наверняка да. госпожа Набиулина найдет выход компромиссную ситуацию. Кстати, 12 июля, первое заседание. Под руководством уже нового главы Центробанка Валер с точки зрения ожидания каких-то ослаблений монетарной политики, что ты можешь прокомментировать? Я думаю, что и мои коллеги тоже, вот банки, которые занимаются этим вопросом более, более близко, более тщательно. Мы не ожидаем каких-то действий, вполне может быть, может быть, как это обычно делает Центральный банк в последнее время. Uh -huh. Снижают вот эти ставки дальние, на дальние сроки, с дальней дюрацией, но практически ими мало кто пользуется, то есть они да. не являются определяющими для рынка. А вот те ставки, которые действительно рынок пользуется, вряд ли будут затронуты. Угу. Скорее всего, это будет отнесено на осень, в зависимости от тех условий, которые сложатся на тот момент времени, в первую очередь по, по инфляции. инфляции да, да. Если инфляция будет под контролем, и если ну, все-таки рассчитывают на лучший случай, будет снижаться, то тогда можно ожидать каких-то действий в сторону снижения ставок. Опять традиционно, конец лета, начало осени, это снижение продовольственные, да, продуктовые. Тем точнее, более, инфляции. да. В... И сейчас уже сигнал такие есть. Тем... Я... Забавное какое-то сообщение. Огурцы за последнюю неделю подорожали, подешевели на 30%. Вот вам, пожалуйста, ну, понятно, что огурцы огурцами, но с другой стороны, корзине в какой-то потребительской, они могут достаточно да, большой вес иметь. И на круг получается, что... Не вот... дали, как вчера. Если позавчера Минсельхоз опубликовал свои ожидания по поводу урожая. урожай. По России ожидаются рекордные в этом году, намного больше, чем в прошлом году. То есть это говорит о том, что, по крайней мере, продуктовая инфляция вряд ли будет расти. разгоняться, uh -huh. расти. А она у нас играет довольно значительную роль в общем, как бы наборе uh -huh. инфляционных ожиданий. Uh -huh. Ну, и исходя вот из этих предположений, соответственно, мы э, э, такие ожидания можем построить. Да? В ближайшие заседания вряд ли что-то будет там, меняться. Ну, с да. с точки зрения ставок, опять краткосрочных, там, банковских. А ближе к осени, да, если будет подтверждение вот такой стороны инфляции, то на это центральный банк. Да, уже можно может рассчитывать. Пойти. Да, тем более существует, как вы знаете, давление со стороны бизнеса с тем, чтобы снизить ставки кредитования. Ну и, кстати, вот, да, мы заговорили о кредитовании и пресловутое поручение э, президента по этому поводу. Вообще, оно, насколько реально его исполнение? А президент сказал однозначно, что снижение ставок не должно происходить в административном порядке. Вот. И При... тем не менее это приказа выглядит... не будет. Именно как приказ это выглядит? Приказа нет. нет он не он будет. выразился именно совершенно конкретно, он а сказал, что приказ. Ну, надо понимать его слова однозначно. Что приказа никакого не будет. Но, тем не менее рекомендация была, да, выбрать, выработать ну, некие про эту меры. рекомендацию давно говорили. Всем хочется, чтобы ставки были пониже. Но ведь вы посмотрите, значительное завоевание в макроэкономике последних нескольких лет это инфляция, которая укладывается в рамки 6-7%, ну, такого минимум, не одна... было. когда. однозначно. Ведь инфляция. упустить такой как бы, результат то есть выйти в сторону большей инфляции, достаточно легко. А вот обратно вернуться в эти рамки, достаточно сложно. Поэтому, конечно, наши власти сейчас будут смотреть внимательно с тем, чтобы все-таки уложиться в эти рамки, а может быть даже ниже 6%. Кстати, по этому поводу я слышал мнение, что время-то упущено, раньше надо было этим заниматься. Ну, лучше поздно, чем никогда. Согласен. Ну что ж, мы еще раз прервемся, новости на Финам ФМ, потом продолжим наш эфир. Ну что ж, друзья мои, последняя часть нашего эфира осталась 12 минут. И чек сухой остаток на Финам ФМ. Мы, как всегда, говорим о текущей ситуации на финансовых рынках и при, по, по возможности даем прогнозы по возможности я знаю прекрасно для мнения э, аналитиков что прогноз сделан неблагодарны. А, вернемся к тому что мы обсуждали в предыдущей части а, точнее на чем закончили закончили э, на информации о том что административного решения не будет по поводу снижения ставок да приказа коммерческим банкам никто выдавать не будет но такая настойчивая рекомендация видимо все-таки прозвучала Такая попытка администрирования, да, руководства, э, точнее, административного руководства экономикой э, характерна э, и не только для России периодически, да, то есть такие примеры можно, наверное, э, вспомнить. Есть подобные же отношения, вот с точки зрения администрирования экономики, еще и к Китаю. Э, да, ну, как бы мы вместе развивающиеся экономики, считается, что так, но э, в какой-то момент, да, тоже рука, удар, удар по столу и дан приказ ему на запад. А вот если говорить о Китае в данной ситуации, опять мы говорим, значит, смотрим точнее на Китай, с точки зрения того, поддержит ли он этот Китай, вот эти вот пока еще вялые раски экономического роста, мирового экономического роста, ну и, конечно, и, конечно с точки зрения цен на сырье да, и промышленные металлы, Китай смотрит мировое инвесторское сообщество. Валерий, вот какие перспективы, на твой взгляд, у Китая с этой точки зрения? Ну, последнее, что я читал в отношении Китая, так, так сказать, обзорную такую статью, uh -huh. ведь в Китае сменилось совсем недавно руководство. До этого считал, что в Китае руководители относились ну, условно, можно сказать, технократам. То есть они придавали большое значение развитию экономическому росту. А сейчас пришли, как выражаются юристы и экономисты, люди более осторожные, и они, конечно, за последнее вот это время, которое Китай развивался, видят, что накопились определенные проблемы, определенные перекосы в китайской экономике, и те же самые плохие долги накапливаются, То есть, с с этим, плохие с этим перекосы с точки зрения перегрева все же, да, да в том числе, да, и это однако соответственно из за европейского кризиса который влияет естественно на другие страны мира в том числе и на китай потому что опять же европа является тоже крупным внешнеторговым партнером китая uh -huh. в китайской экономике наблюдается перепроизводство в определенных отраслях вот не далее как вчера одна из крупнейших китайских частных компаний судостроительных вынуждена была обратиться за помощью к правительству, за финансовую помощь, потому что, просто говоря, проще говоря, они не в состоянии будут платить в ближайшее время uh -huh. причина при производстве, то есть они не могут найти рынка сбыта своим, своей продукции. Uh -huh. Uh -huh. И есть такое мнение по крайней мере, вот я читал: ну, можно соглашаться, можно нет. Разные мнения до этого бывали, просто привожу одно из самых последних. Что делается такой осмысленный шаг от снижения темпов роста китайской экономики с тем, чтобы дать возможность выработаться, выработаться вот этим дисбалансом, который накопились, ну, хотя бы частично да, выработаться. Да. А, а там это, уже... Это как самолет, да, когда вот... Да, что-то да, вроде этого, топли, да. Топливо да. вырабатывает перед посадкой. Да. Uh -huh. Ну, а дальше уже будет зависеть от того, как будут развиваться другие экономические, другие экономики в мире. Та же европейская экономика, американская. То есть, опять, будет ли... Да, та же Япония, рынок, которая в последнее время показывает э, э, пример, по крайней мере, э, движения в сторону роста угу. после долгого затишья, как вы знаете. Вот. Так что, если начнется движение ведущих экономик в сторону роста, то, наверное, тогда и проблемы перепроизводства в Китае могут отойти на второй план. Может быть, и так. То есть опять мы говорим все же, да, о неком глобальном мире, глобальном пространстве. Каждый, да, конечно, глобализация. Каждая часть, да, глобализация до этого, этого никуда не деться, не деться да. Олег, долгое время, ну, до последнего по крайней мере, момента, до последнего, может быть, до 2012 -го года, мы говорили, что основной идеей китайского роста это внешние инвестиции. Да? Значит, иностранцы охотно шли в Китай, и прямые инвестиции, и, так сказать, другое, другие примеры можно привести. Сейчас, видимо, исчерпан да, уже этот потенциал, и Китай а, ставит себе задачу каким-то образом а, удержаться в рамках экономического развития, но тем не менее искать уже внутренние факторы. Вот насколько убедительна да, эта позиция с точки зрения властей Китая. Китай, есть ли действительно внутренние идеи, чтобы Китай продолжал нас радовать своим ростом? Безусловно, прошедшее наверное, десятилетие, да, можно там в целом назвать там, идеей там, не просто развивающихся рынков, а в первую очередь, наверное, Китая. И да. Китай, да. Но тут есть ряд проблем. Если до кризиса у Китая были там, довольно длительные, там, порядка нескольких лет, периоды двухзначного темпа роста ВВП, то сейчас, как мы видим, Китай по темпам роста скатился на уровень там, 2001 года. И это все отражается сразу в индексах, и там Шанхай, Шанхайский индекс там, совсем недалеко на самом деле ушел от российского, минус 15 с начала года, mm -hmm. да, mm -hmm. то есть, как вы правильно заметили, было несколько идей для инвестиций в Китай. В первую очередь, как известно, дешевая рабочая сила, которая подкреплена была, соответственно, демографией. Сейчас этот фактор меняется, потому что политика 70-х годов ⁇ одна семья, один ребенок ⁇ она э, на тот момент была э, оправдана. Угу. Она помогла избежать э, тотальной бедности в Китае. Угу. Да? Но сейчас э, она привела к тому, что э, увеличилось число э, пожилого населения. Реально, э, по некоторым прогнозам, в течение 10-15 лет в Китае будет треть населения будут пенсионерами. То есть, по этому темпу, по этому показателю, uh -huh. Китай приближается скорее к развитым рынкам, чем к развивающим. Кстати, это глобальная все-таки проблема, да, если вот еще кстати, кстати слова в России там ситуация там uh -huh. начинает становиться похожей. похожей на эту, данные, да. Есть. Вот, поэтому как бы Китай переходит уже из э, такого э, любимца инвесторов в, в уже в, в более такую консервативную категорию. Uh -huh. Вот, а, соответственно, не, а, опять же недавно э, мы видим. Э, Банкротство довольно крупного банка произошло. Ну да, то то и вообще банковский кризис две недели да, назад, говорю, да, да, это такой тоже звоночек. Звоночек, безусловно, да. Ставки репов взлетели. Uh -huh. То есть явно налицо, как бы что не, не все так просто. И скорее всего темпы роста ВВП Китая год-два-три это будет, ну, я думаю, что в среднем 6%, угу. не более. Не того, да. Ну, и в принципе, наверное, это было бы и неплохо, главное, чтобы динамика была более-менее позитивная, да, чтобы не было провалов, и в конечном итоге ну, Быстрый бы темп поддержало. ходьбы или роста всегда начинается да, сначала, медленного... с когда в горку Совершенно идет. Верно. А ближе к вершине... Уже тяжело, темпы, да? да? Темпы, да, снижаются. Там и воздух, воздух да. другой разреженный, и дышать Сказывается тяжело. Сказывается тяжесть накопленного Совершенно нет, груза. Совершенно верно, груза. Две недели назад, Валер, вот твое мнение тоже по этому поводу, да? мы стали свидетелями некого банковского кризиса. Правда, вот я сравню его с таким летним дождичком. То есть он как бы прогремел тогда, что-то намочил всех, причем и рынки от этого отреагировали. Сам Китай падал там по 5%, по-моему, дня подряд. А потом раз, и все забыли об этом. Ну, правильно сделали, что забыли. Или действительно это такая локальная какая-то история. Я и Центральный думаю... банк Китая говорил: ребят, не переживайте, мы тут свои проблемы решаем, как водится. Я не думаю, что забыли. Профессиональные инвесторы за такими вещами всегда смотрят очень внимательно. То есть галочку они поставили Друг... такие, да, да, безусловно, галочкой стояла еще до этого, и все понимали, что такое может быть. Это практически может быть в любой стране, так или иначе. Один из последних примеров это Кипр, что там говорит. Да. Все то же самое, но ну, только может быть там под другим соусом все происходило. Ну там как бы да соус а, понятен, а там суть евро соус ликвидности, то есть обязательства есть, а требований ликвидных требований нет, uh -huh. то есть нечем покрыть обязательства. Так и там, то есть это всегда может быть, а в Китае вот эти перекосы, дисбалансы в экономике, они дают повод всегда беспокоиться об этом. Ну и э, еще один момент, давайте подчеркнем, действительно вот. Э, Поиск, поиск роста, да, и опять о Китае я хотел бы спросить: поиск роста внутри, внутри Китая. Он вообще возможен? Некие инфраструктурные проекты какие-то или э, какие-то другие примеры можно привести? Потому что надеяться на сторонние инвестиции сейчас сложно, да, и не только Китаю, а развивающимся Основная потенциал. идея развития внутреннего спроса, учитывая население Китая, там потенциал просто. Он, он, он очень большой. Ну, учитывая население, ты имеешь количество, населения, количество да? населения. Но с другой стороны, да. платежеспособность населения. Ну, в этом даже смысле? если они будут расти 6,5%, 6-6,5% uh -huh. это очень неплохой рост. Для такого населения, uh -huh. для такой страны, это очень прилично. Если они будут развивать внутренний спрос, а имеется в виду, конечно, для этого экономика должна показывать рост производительности труда, то это uh -huh. как раз и будет вот это точка роста. Uh -huh я понял. Хорошо. И последние, да, три минутки у нас осталось, о чем, наверное, можно было бы поговорить, учитывая, что мы и Китай обсудили, и рынок сырья, это рынок драгоценных металлов, или более детально мы можем два слова сказать о том, как ведет себя золото последние несколько месяцев, падает, 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 что с ним происходит, учитывая, что, да, мы ну, не дали, как полгода назад э, ожидали и обновление исторических максимумов, да, и 1900, и 2000, и 2500. Сейчас, э, я так понимаю, принципиально, да, поменялась точка зрения, глядя на рынок драгоценных металлов. Олег, как ты считаешь, вообще возможно возобновление восходящего тренда, вот в частности в золоте, или вся эта история уже отыграна, пузырь сдулся, и мы будем видеть стагнацию там? Золото, безусловно, там довольно существенное снижение подемонстрировало, с начала года это порядка там, 25% минуса, такие снижения в принципе в этом металле там, довольно редки, uh -huh. многие называют различные факторы для, для этого снижения, в том числе там, снижение там, как бы, риска да, в системе, то uh -huh. есть, шло шел спрос на казначейские облигации в принципе на на, на долговой рынок uh -huh. но что мы видим теперь да? доходности долгового рынка растут инвесторы выходят из американских госбумаг. как бы в то, в то же в то же время золото подходит к некому барьеру при котором Некому пределу себестоимости ага. добычи. То есть нижние пределы, да? Да, нижний да, да. То есть, грубо, да. средняя себестоимость добычи у там, западных компаний порядка, там, например, 750-800 долларов. есть да. это недалеко уже. Плюс э, какие-то косты, да, э, и э, у компаний не остается практически. Э, Кэша для инвестиций, для для новых проектов. Это означает то, что введение новых мощностей будет сокращаться, и там грубо год, два, три мы увидим падение предложений на рынке. То есть долгосрочным инвесторам, безусловно, бояться здесь не стоит. Угу. Краткосрочным другой вопрос. Если как бы вы ищете идею под быстрый рост. Что это произойдет завтра? Наверное, это да. там не, не очень тот интересно. актив. Я Другое понимаю. дело, что среднесрочно, долгосрочно, скорее всего, это там на -на -на надежный актив. Да. Более-менее. Спасибо огромное. Друзья, мои время закончилось. Я благодарю вас за внимание. Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордэй Банк, Олег Поддымник, начальник управления сезонных операций АКБ Лантах Банк. Сегодня были в студии сухого остатка. Огромное да. спасибо, спасибо, коллеги. Всего доброго. Увидимся завтра.